Москва поновила свою участь у зерновій угоді, з якої вона самовільно вийшла у суботу. Тоді у Кремлі пояснили свій крок так званим терактом в Севастопольській бухті. Мовляв, там нібито були атаковані кораблі, залучені до забезпечення безпеки зернового коридору. В ООН підтвердили, що у четвер, 3 листопада, цим маршрутом пройдуть 8 суден із сільгоспродукцією. Попри вихід Росії із зернової угоди, судна з українським збіжжям продовжували експорт за 2 дні. В обидва напрямки пройшли 17 кораблів. З них 2 попрямували в українські порти під завантаження. Морський шлях для продовольства з України до африканських країн проторений вже багато років. Але цьому перешкодило російське вторгнення. Тому укладену наприкінці липня зернову угоду, що розблокувала українські порти у світі, сприйняли з великим полегшенням. Більше половини зерна пішло до країн з низьким рівнем доходу та країн із доходом нижче середнього. Але в основі цієї угоди була комерція. Інакше ми б не мали такого обсягу. Це знають усі. І Росія, і Україна, і Туреччина, і США. Усі чітко розуміли, і думаю, це було підтверджено, що цей досить складний експорт через Чорне море мав гуманітарний вплив на ціни, а також на обсяги постачань, а також на довіру. Цю та інші теми ми обговоримо з російським адвокатом, правозахисником Миколою Полозовим. Він зараз на зв'язку із нашою студією. Пане Миколо, я вас вітаю в ефірі. Здравствуйте. Просимо пояснити, от що це за ігри Кремля, от на ваш погляд, да, в питанні зернової угоди. То вони виходять з неї, то там за 3 дні знову повертаються. Чого насправді вони намагаються цим досягти, от такою поведінкою? Ну, безусловно, це політичний шантаж. Це політичний шантаж мирового сообщества, прежде всего, тих малих государств, прежде всего Африки, которые могут пострадать от срыва зерновой сделки. После своего демарша Россия и кремлевское руководство обнаружили, что в принципе-то и без них эта сделка может спокойно дальше иметь развитие, что Турция будет давать необходимые гарантии. И для того, чтобы этот зерновой поезд, зерновой караван не ушел мимо России, для того, чтобы иметь рычаги дальше оказывать давление на мировое сообщество, Россия отчаянно пытается вернуться в этот договор. А что она хочет достигнуть от світової спільноти от таким чином? Якщо ми вже розуміємо, що в принципі і без неї можемо в цьому це питання вирішити. Один із рычагов, который использует Кремль для давления на мировое сообщество. Главная задача Кремля на текущий момент – это вынудить Украину войти в некие переговоры. Вот, на текущей стадии, в условиях текущего статус-кво на фронте. И участие России в различных международных организациях, в различных международных переговорах каждый раз используется как рычаг для того, чтобы воздействовать на отдельные страны, на их представителей, чтобы в конечном счете они понуждали Украину идти на переговоры. Кремль об этом заявляет чуть ли не открыто. А є відповідь, чого вони хочуть досягти цими перемовинами? Ну, безусловно, это попытка удержать захваченные территории за собой, поскольку когда идут переговоры, пушки не могут говорить. Во-вторых, создать для себя определенный резерв, потому что фактически профессиональная армия российская была утилизирована. Сейчас во многом обеспечивается добровольцами и мобилизованными тот необходимый ресурс живой силы. И для того, чтобы формировать новый ударный кулак, конечно, российским властям необходима передышка. Именно для этого Кремль так настаивает на необходимости проведения переговоров. Але при цьому в Кремлі чи не кожного дня звинувачують Україну в усіх терактах, впроваджують там свої улюблені наративи про нацистів, тепер вже й сатанистів. Там вже взагалі от немає межі польоту фантазії.
Ну, совершенно очевидно, что во многом это работа на внутреннюю аудиторию, на дальнейшее зомбирование россиян через средства государственной пропаганды, через телевидение. Мы видим, что российские власти занимают такую дуалистическую позицию. То есть, с одной стороны, они называют Украину и украинцев вот теми словами, которые мы знаем из российского телевидения, а с другой стороны пытаются отчаянно сейчас договариваться, и где-то у Путина проскользнуло, что Украина чуть ли не партнер. Да, то есть выглядит это немного шизофренично, но это так. Ну, так само шизофренично виглядають заяви Небензі, да, в ООН, тому що от одне з останніх, коли він розповідав про комарів, які буцімто заражають російських солдатів тяжкими хворобами, ну це просто можна дивитися, як, не знаю, що там в Росії, які є гумористичні передачі. От чому відверто ці абсолютно абсурдні вигадки заходять в голови росіян, і вони думають, що це просто правда? Ну, это одна из технологий пропаганды, создание так называемого информационного шума, где последовательно по любому событию вбрасываются различные, иногда противоречащие друг другу версии, для того, чтобы человек не мог распознать, где истина и где ложь. А дальше уже под этим соусом вливаются те нарративы, которые необходимы власти. То же самое они пытаются проделывать и на международных площадках, таких как Совбез ООН. А взагалі щодо кремлівської пропаганди, от ручних, якщо їх можна такими назвати, журналістів, чи помітили ви в них останнім часом зміну риторики в темах війни? От раніше вони, приміром, категорично уникали вживати слово «війна», тільки спецоперація. Тепер вже в них подеколи проскакує. І та ж Сімонян дозволяє собі критикувати керівництво країни за мобілізацію. Да, действительно, их риторика меняется в своих оттенках, в подаче, в некоторых словах. И если еще, условно говоря, полгода назад за публично сказанное слово «война» можно было получить лагерный срок, то сейчас к этому относятся гораздо лояльнее. Мы видим, что используют в том числе социальные сети, телеграм-каналы, противоборствующие группировки внутри Кремля и... Собственно, атака Пригожина и Кадырова на руководство Министерства обороны и на командующего, бывшего командующего российскими войсками Лапина как раз подтверждает тот тезис, что в рамках вот этой внутривидовой борьбы не гнушаются ничем, даже использованием социальных сетей. Угу. Ну, тобто це говорить, що з'являються більше і більше критики за проведення так званої спецоперації від Кадирова, того ж керівника ПВК Вагнера. І це означає початок боротьби за крісла в Кремлі, да? Тому що, як ви сказали, що і Кадиров, і Пригожин намагаються посунути інших, зокрема Шойгу теж. Ну, скажімо так, мабуть, не зовсім там за царський трон йде боротьба. А в условиях такого внешнего давления обостряются те противоречия, которые есть в таких провластных группировках в окружении Путина. И часть этих противоречий, да, она выплескивается в том числе в таком виде, в виде заявлений Кадырова и Пригожина. А напередодні Пісков заявив, що Путін ще не вирішив, чи висуватиме свою кандидатуру на виборах президента в 2024 році. От як можна трактувати таку заяву, і чи взагалі сьогодні є кандидати, які дійсно і серйозно можуть претендувати на пост президента РФ після Путіна? Ну, ні, звісно, ніяких альтернативних кандидатур бути не може. Максимум потішні кандидатури в випадку, якщо буде проводитися імітація виборів. Не для того Путін міняв пару років назад Конституцію, щоб, значить, спокійно взяти і відійти від дел, совершив массу кровавых преступлений, в том числе военных. Нет, конечно, власть — это единственное, что, по его мнению, сохраняет ему жизнь, и он будет цепляться за нее, насколько это возможно. Поэтому, если, не дай бог, он доживет до 2024 года, то, скорее всего, будет продлевать свои полномочия узурпатора. Ну, тобто це буде знову якісь зміни, да, у Конституції, це, і це буде як минулого разу, коли він до останнього так чекав майже до самих виборів і лише перед ними заявив, що він йде
на черговий свій строк. І чи не може така заява спонукати інших людей? Так, ми вже багато знаємо про те, що там багато є наступників, да, Путіна, ну, нібито. Це їх кілька. Чи не буде от зараз якоїсь кулуарної такої боротьби і розмов, мовляв, а давайте все ж таки вже ми посунемо діда? Ну, скажем так, Путин необходим чекистской хунте, которая фактически удерживает власть в Российской Федерации, как некий козел отпущения. Когда ситуация будет совсем плохая, они принесут его в жертву и повесят на него все те ужасы, которые были совершены. Попытаются тем самым себя обелить, заключив сделку. Сейчас, а зачем на себя брать ответственность? То есть пока тот консенсус, когда он находится во главе власти, когда он аккумулирует на себя все эти преступления и все то зло, которое совершает Россия, его окружение это более чем устраивает. Ну, один, до речі, зі злочинів, да, це мобілізація, це однозначно злочин, тому що просто так, без війни, своїх людей відправляти на фронт, як просто м'ясо. Офіційно вже повідомили, що мобілізація завершена в Росії, та щодня все одно з'являються свідчення людей з російської периферії, що чоловіків продовжують виловлювати на вулицях, супермаркетах, біля заводів. Чи взагалі, на ваш погляд, буде фінал цієї часткової мобілізації? Здесь важно понимать, что то, что сказано в телевизоре, пусть даже Путиным или Песковым, не равносильно тому, какие нормативные акты приняты. Указ о мобилизации никем не отменялся. Он продолжает действовать. Никаких сроков действия этого указа в нем прямо не написано. Есть седьмой засекреченный пункт, где может быть любой срок действия и любая цифра тех, кто подлежит мобилизации. Поэтому сейчас, да, власти как бы успокоили людей, заявив на словах, что мобилизация завершена. Но по факту мобилизация не завершена, она продолжается, и плюс к ней добавился еще призыв в отношении лиц от 18 до 27 лет. Тобто просто заспокоїли, щоб собі чоловіки не ховалися, виходили на вулиці, і там їх вже спокійно брали. Іменно так. Іменно так. Мобілізація все ще продовжується. Тобто цифра людей, яких мобілізують, може бути більше, ніж 300 тисяч заявлених? Любая. Может быть миллион, может быть два, может быть 10. Сколько соберут и сколько будет необходимо. Угу. То есть задача властей как раз поддерживать необходимый уровень пушечного мяса. Щойно була оголошена ця мобілізація. От були ті, хто охоче йшов до військоматів, такі ура, патріоти, махрові, як кажуть. Але були тисячі тих, хто тікав з країни, відмовлявся їхати на фронт. Чому ці тисячі не вийшли на протести? Чому не кинули виклик системі? Що на них тепер чекатиме вдома після повернення? Но здесь важно понимать, что выехали не те люди, которые выступают против Путина. Выехали те люди, которые выступают против того, что то, что делает Путин, касалось лично их. То есть во многом те, кто уехали от мобилизации, они были не против войны. Они видели ее по телевизору, они болели за условно наших. И делегировали Путину ведение этой войны, пока это их напрямую не касается. Они даже готовы были нести экономические какие-то убытки, закрытие ресторанов и так далее. Но пускай он делает такое важное дело для страны, мы будем этим гордиться. А вот когда это коснулось их самих, их точка зрения, конечно же, поменялась. Но то, что они выехали, не желая быть, значит, этим пушечным мясом, не означает автоматически, что они будут против Путина выходить за кого-то, значит, митинговать или какие-то такие действия производить. Нет, они пересидят, они дождутся, когда опасность минует, и благополучно попытаются вернуться в Россию. Пока для них ничего не грозит, никакого законодательства относительно выехавших от мобилизации репрессивного власти пока не принимают. Але ж це може бути якесь неофіційне покарання? Ні, я думаю, що наоборот, Кремль був заінтересований в тому, щоб найбільш нелояльні виїхали, для того, щоб вони не устраивали розброд і шатання в самій армії. Тобто в цьому є определенний смисл відкрити границі, не хочете мобілізовуватися, виїжджайте. А ми тут з тими, хто залишився, вже розберемося. І, собственно, виїхали більше мільйона чоловік.
До речі, є ще один цікавий факт стосовно мобілізації. Нова газета «Європа» пише, що кожен п'ятий російський мобілізований загинув, не доїхавши до фронту через отруєння алкоголем, передозуванням наркотиками, через бійки та так звані в лапках нещасні випадки. Ось що вам з цього приводу відомо? Ну, действительно, много различных и несчастных случаев, и странных каких-то смертей и так далее. Все это указывает на тот бардак, который творится внутри России. И когда происходит такое масштабное перемещение людей, как мобилизация, да еще им оружие выдается, да, ну, происходят различные инциденты на одном из полигонов. Вообще там несколько десятков человек застрелили. Да, встречаются там неуставные отношения, драки, и все это осложнено алкоголем. Ну, мне кажется, что в данном случае ничего в России на протяжении длительного времени не меняется, и как описывали мобилизацию там, начала 20 века, когда на Первую мировую собирали людей, абсолютно та же история – драки, пьянство и случайные смерти. Ну, зате, знаете, стабильность есть хоть в чомусь на России. Питання про українську територію. Миколай, от що нині відбувається в окупованому Криму? Ми знаємо, що тривають і затримання кримських татар зараз. І от ще днями Аксьонов заявив про націоналізацію майна тих, кого окупаційна влада вважає, так би мовити, лояльними українській владі. От що це означає і чи взагалі несе якесь юридичне підґрунтя? Но это означает, безусловно, абсолютно незаконный отъем имущества, грабеж, говоря простым языком, поскольку мы знаем, что российские власти, начиная с 2014 года, производили захваты наиболее ликвидного имущества, наиболее ликвидных активов, принадлежащих как частным лицам, гражданам Украины, так и предприятиям. Ничего не изменилось, продолжается дальше. Но показательно, в том же Крыму упали цены на недвижимость. Появилось большое количество предложений на рынке. По всей видимости, это оккупанты, те, кто понаехали с материка, сейчас таким образом пытаются избавиться от этого имущества и уехать. Что касается репрессивных действий властей, то репрессии по расписанию. Конечно же, давление происходит и в отношении крымских татар. До сих пор удерживают в Симферопольском СИЗО первого заместителя председателя Межлиса крымско-татарского народа Наримана Джаляла. И за последние месяцы мы видим увеличение числа сфабрикованных уголовных дел, связанных с диверсиями, с терактами. Вот буквально сегодня ФСБ опубликовала ролик, где задержала еще одного человека якобы за попытку теракта в Крыму. Ну вот, конечно, доверия всем этим роликам ФСБ нету, но это указывает на то, что, несмотря на ситуацию, происходящую на фронте, репрессивное давление в Крыму российские власти продолжают осуществлять в полной мере. А чи є якісь цифри, як багато росіян зараз вже залишили Крим? Ну, точных цифр нету. Мы знаем, что действительно есть очередь перед мостом. Действительно работают паромы, то есть росіяни в Криму не чувствують себе в безпеці. Не можу не спитати, пане Миколу, як просувається робота вашого проєкту із пошуку полонених, тих, хто зникли безвісти, які є, можливо, позитивні зрушення. В нас буквально в попередній годині був сюжет про те, як рідні шукають зниклих і скільки кіл морального пекла вони проходять. Чого варта лише процедура ідентифікації тіла? Дійсно, це дуже тяжела тема. На текущий момент вона залишається острою. Несмотря на то, что власти Украины предпринимают значительные усилия по возвращению своих военнослужащих из российского плена, вот буквально накануне был обмен, 52 человека вернулись, все равно многие сотни и тысячи пленных до сих пор остаются там, зачастую в тяжелых условиях. Что касается работы нашего проекта, то к нам обратилось значительное количество людей. По всем заявкам ведется работа, у нас уже есть позитивные результаты, нам удается найти, несмотря на сопротивление российских властей, которые не желают говорить о том, где находятся пленные, в каком они состоянии, удается находить людей, удается сообщать родственникам, налаживать коммуникацию. Процесс идет, но работы, к сожалению, впереди очень и очень много.
А чи є інформація от про тих, про кого там да, росіяни, як ви кажете, замовчують, хоча б в якому стані вони там знаходяться в полоні? Вот это главная проблема. К пленным не допускают представителей Красного Креста, не допускают адвокатов, и фактически приходится преодолевать всю эту бюрократическую систему России, обжаловать незаконные решения для того, чтобы обеспечить право на коммуникацию, право на свидание. Нам удается также передавать гуманитарную помощь в те места, где содержатся пленные, в том числе одежду, обувь, медикаменты, и, конечно, хотелось бы, чтобы эта работа была более масштабной, ну, как бы, что мы можем, то делаем в данный момент. Я дуже сподіваюся, що всі ці медикаменти, одяг, як ви сказали, доходять саме до полонених, а не кудись там зникає. Пане Миколо, наша рубрика має назву «Обличчя». Тож, от підсумовуючи нашу бесіду, хотілося б запитати у вас, на вашу думку, яке обличчя нині в сучасної Росії? Ну, сказати так, привітливим і добрим це лице назвати невозможно. Скоріше, це вираження, яке просить немедленного оперативного вмішательства. Вот как только оно произойдет, может быть, внутри России что-то начнет меняться к лучшему. Вот. На текущий момент пока своими силами сами россияне, и это важно понимать, они не исцелят себя, они не станут добрее. И здесь нужно приложить всему мировому сообществу значительные усилия для того, чтобы эта территория была безопасна как для самих жителей, так и для ближайших соседей. Ми теж сподіваємося, що справжнє обличчя Росії побачив вже весь світ, і країна-агресорка, країна-терористка понесе міжнародне покарання, як всі ті, хто став ідеологами війни проти України. Ми вам дякуємо за вашу позицію, за змістовну і цікаву бесіду. Дякуємо, що знайшли час, і чекаємо на вас в нашому ефірі ще.